Всем доброго времени суток. В этом выпуске я покажу, как достать данные, если винда виснет и вылетает в синий экран смерти. А также покажу свой самый быстрый ремонт компьютера. Если будут вопросы по неисправности вашего компьютера, задавайте их в группе ВК или в чате в Telegram. Ссылки найдете в описании. Кажись, все сказал, а теперь, пожалуй, начну. Вот, в принципе, и компьютер, в котором находятся данные, которые нужно переместить для переустановки винды. И обратите внимание на эту надпись, о которой я расскажу немного позже. Но после нескольких секунд рабочий стол стынет и никакие более действия произвести не получается. Приходится перезагружать физически с кнопки Reset. Есть способ обойти эту проблему, и это безопасный режим, в который нужно войти, нажав при включении кнопку F8. И как видно, в безопасном режиме нет тормозов и синих экранов, что позволит спокойно переместить необходимые данные. Теперь о надписи и она автозагрузчик Acronis, которая позволяет восстанавливать операционную систему из ранее созданного образа, чем я сейчас и займусь. В принципе, ничего сложного, найти образ на локальном диске и запустить его восстановление, согласившись на предупреждение и выбрав место, куда будет происходить восстановление. Все, что было на томе, будет удалено. Вот и вся процедура сохранения данных и восстановления винды с нуля. А теперь о самом быстром ремонте, и это я оставлю без комментариев. We'll be right back.
Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Все самое полезное и интересное впереди. Это мой видеоблог подошел к концу. Я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи и хорошего настроения.